Привет, Богдан. Рад тебя приветствовать под знаменами «Новый спорт». Пожалуйста, расскажи для наших болельщиков, представься о себе. Всех приветствую, меня зовут Богдан. Я из Ростовской области, города Шахты. Мне 16 лет, обучаюсь в 9 классе. На данный момент играю за организацию «Нова». Круто. Давай поговорим про твоих нынешних тиммейтов. Знал ли ты их до того, как ты присоединился к нам? И если знал, то сколько ты их знал и откуда вообще? Как ты с ними познакомился? Этих людей я узнал после того, как они начали приезжать к нам на ланы. То есть в основном это фейсит игры, ничего больше. После чего меня позвали играть на Киберкон, где я отыграл за них стендином. Давай поговорим про Киберкон. Да, ты у нас играл как стендин на этом турнире, потому что у нас Дима не смог тогда приехать к нам из Казахстана. Вот. Как тебе вообще организация данного турнира? И что тебя, может, удивило, что порадовало, что, может, наоборот, огорчило? Организация мне понравилась, то есть хорошие компьютеры, хорошие мониторы, все было на высшем уровне. Единственное, не понравилось то, что ждали долго игру и, к сожалению, перенесли в онлайн-квалификацию, то есть мы не доиграли на лане. Ну да, да, там была такая ситуация. Вот по переносу. После переноса, да, вы должны были доигрывать это все в онлайне, но так получилось, что вас дисквалифицировали из-за того, что двое игроков не явилось в указанное время. Как ты вообще отнесся к этому? Расстроился? И, может быть, просто тебе было все равно на этот турнир? Ну, в принципе, Киберкон — это хороший фестиваль, но как квалификация к какому-то крупному турниру он себя ничего не представлял, так что это был не больше, чем просто хороший призовой фонд. Окей. До этого был как на каких-нибудь ланах подобное? Ну, ланы, кроме как региональные, больше ничего. Выигрывал? Да, выиграл. Я, кстати, недавно видел то, что ты участвовал там в Zeus Cyber School турнирах, да? Да. Ну, расскажи, может, немножко про это. Ну, участвовал я на тот момент я играл с командой Online Stars. Вот мы взяли 4 человек, то есть я, Робан, Сенсей, Егорка, и нам нужен был 5-й игрок. Мы взяли Импала, это стример, играл также в Хамелис, команда тоже с Шарой. И просто решили поиграть в Zeus Cup, там, ради призового также буквально. И мы выиграли его. Довольно-таки хороший турнир. Ну, ты практикуешься в основном на фейсе, да? Да. И сколько ты вообще времени уделяешь игре в день, да? И как у тебя проходят тренировки, практика твоя, именно индивидуальная? Индивидуально, то есть пытаюсь на выходных просыпаться, то есть буквально делать индивидуально, там почистить зубы, умыться. После чего, как бы, я не играю очень много демов и индивидуально. То есть в основном я набираю свою практику на фейсите, в том же самом играю, но, может быть, по 6-7 игр в день. Угу. Чего ты хочешь вообще добиться от этого игры? Ну, ты много времени этому всему уделяешь. Чего бы ты хотел достичь в CSGO? И как бы ты хотел это сделать? Ну, с кем, например? Ну, как и мечта, наверное, любого игрока в CSGO, это выиграть свой мейджор. Так и у меня, наверное, выиграть любой из крупных турниров. Твои родственники знают про твое увлечение? И как они относятся к нему? Ну, если честно, родители против, наверное, моего такого увлечения, потому что мама, наверное, хочет, чтобы я поступил в мединститут, и я, наверное, буду поступать туда. Как думаешь, вот твое такое хобби может, ну, как-то помешать твоему поступлению или, наоборот, поспособствовать? Ну, я думаю, если я смогу сопоставить учебу и хобби, как и сейчас. А чем помимо игр увлекаешься? Играешь вообще в другие игры, помимо CSGO? На данный момент нет, но вот думаю, скоро хочу купить себе игру. Какую? PlayerUnknown's. А по хобби, кроме игры в игры, чем увлекаешься? Ну, раньше занимался карате, то есть я был 3-м по России. Потом бросил, как-то времени не хватало, учеба. Дух соревнования оттуда у тебя пошел, да? Пошел. Ну да, скорее всего, да, все верно. Сейчас твои тиммейты это Джейм, Тревел, Паша Нош и Северин, да? А раньше был капитан
Паша Нож в этой команде. Сейчас я так знаю, то, что Джейм выполняет такие обязанности. Вот. Удалось ли тебе поиграть под руководством Паши? Ну, именно под руководством Паши мне не удалось поиграть. То есть, ну, я думаю, он был хорошим капитаном. А что сейчас скажешь о нынешнем капитане, о Джейме? Нынешний капитан Джейм, он довольно-таки опытный игрок, он хорошо стреляет, он хорошо понимает в игре, то есть он реально может привести команду к победе. Я знаю то, что вы готовитесь к ближайшему минору, который пройдет 8-11 числа, да? Ну, какие у вас ожидания вообще, чего бы хотели от этого турнира? Ну, ожидания, как бы мы все хотим, как бы цель это попасть на лан-квалификацию. То есть нам уже дали инвайт в закрытую часть, и мы всеми ногами, руками пытаемся выйти в лан, на лан. Угу. Ну, я тебе желаю удачи, и вообще всему составу в целом желаю удачи, чтобы вы сделали это и добились того, чего вы хотите. Спасибо. А давай поговорим про буткемпы. Как они способствуют развитию, с твоего понимания, да? И нужны ли они вообще командам? Я считаю, что буткемпы нужны как для начинающих, так и для опытных команд. Они помогают как лучше коммуницировать людям, которые находятся в данной команде. Угу. Вопрос от нашего юношеского тебе состава. Ты знаешь, что у нас есть новая академия. Новая Академия Dota 2 и новая Академия CSGO. Именно сейчас от Dota 2 Академии тебе вопросик. Как ты пришел в киберспорт? Почему именно эта сфера деятельности? Ну, в киберспорт я пришел, не знаю, просто потому что раньше любил играть с братом. Играл в те же самые онлайн-игры. После чего он меня подсадил на CS, и я начал увлекаться этой игрой. Как-то пришел к этому, то, что меня позвали в команды, и я начал играть. Ты занимаешь довольно-таки высокое место в рейтинге, да, я посмотрел. Твои друзья, да, или круг твоего общения, ты хвастаешься перед ними своими успехами, то, что ты там выигрываешь какие-то турниры, и как они к этому, ну, как бы, восхищаются этим? Или как относятся? Ну, не знаю, там пару одноклассников, которые играют в CS, я, конечно, им говорю, ну, не прям так, то, что они восхищаются. Я просто говорю, и я даже, ну, не представляю для себя то, что это очень какая-то крупная цель вот, именно в том турнире, который я играл. Потому что реально какая-то цель — это минор или тот же самый крупный турнир. А представь, ты выиграешь вдруг минор. Ну, я буду счастлив. А они? Ну, они не знаю. Автограф будет брать? Не. А, ты знаком с нашим тренером? Ну, вот у нас был тренер какое-то время. С Вальтером? Да. Разбирали карты, да, и всякое такое. Вот как ты относишься к нему, как к тренеру, и удалось тебе его застать? Ну, я его еще не застал, но как-то видел, что меня добавлял на фейсе в друзья. Но как именно тренера, я его и как игрока его не знаю. Но я думаю, то, что по отзывам, я думаю, то, что он хороший тренер. Угу. Кто-то мне сказал еще где-то 2 месяца назад, сравнил тебя с Симплом. То, что ты, типа, наш Симпл. Как ты относишься к данному сравнению? Но я, в принципе, согласен. Мне, ну, многие это говорят, но в основном, как бы, Симпл раньше был очень агрессивным игроком, то есть он рейджил. И со мной то же самое происходит, я пытаюсь как-то это фиксить. И, ну, сейчас в данный момент я играю с этой командой, я пытаюсь не рейджить, и у меня это вроде получается. Как ты настраиваешься на турнирные игры? Ну, есть ли у тебя какая-нибудь, знаешь, традиция или какой-нибудь такой сценарий, по которому ты готовишься именно к играм? Нет, ничего такого. Пытаюсь как бы пораньше заснуть, чтобы выспаться, так, ничего. А нету такого, то, что у тебя перед какой-нибудь важной игрой там жесткая бессонница, и ты постоянно думаешь о ней? Но именно в онлайн нет, а вот когда лан, да, конечно, такое бывает. С кем бы ты хотел поиграть? Вот сейчас есть такая тенденция, то, что многие игроки играют в турнирах 2x2. Если бы тебя позвал, то с кем бы ты согласился сыграть? Ну вот любой игрок. С Симплом, наверное. Угу. И вдвоем бы рейджили друг на друга. Да не, он сейчас, как бы, он проделал очень долгий путь, и он довольно-таки хороший сейчас игрок, как игрок, так и человек. Это раньше он был довольно-таки плохим. Давай тогда будем постепенно закругляться.
такой вопрос именно для тех, кто, наверное, твоего возраста, да, но у тех, кого, ну, как бы пока нету такой возможности или нету таких умений, как у тебя, да, например, что бы ты им хотел сказать и что бы ты им хотел пожелать в плане их становления как вот игроков профессиональной сцены или хотя бы сэмми-про игроков? Ну, я желаю, чтобы вы больше уделяли собственному скиллу, то есть играли больше ДМов, больше карт сейм ботс, пытались аимить, тренировать своим. После чего, когда вы уже точно думаете, то, что вы хорошо играете, вы начали играть тот же самый миксы, как Faceit, как Лок, тоже есть такой микс. И я думаю, вас рано или поздно заметят. Может, кому-то хотел передать привет? Да не, давайте. Хотел бы передавать привет моему другу Артему. Никлик. Хорошо. Артем, тебе привет от всей Новы, от наших болельщиков. Хотел бы сказать огромное спасибо компании Papa John's, Cooler Master, Lucky Grass за то, что верите в нас и любыми способами пытаетесь поддержать наш коллектив. Спасибо тебе, Богдан. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Безумно реально приятно. Ты очень толковый человек для своего возраста. Вот. Надеюсь, благодаря тебе мы возьмем очень много титулов. Вот. Всего тебе доброго и пока. Большое спасибо, до свидания.